Современный урок – это урок свободных детей, урок, когда ребенок, овладев определенными знаниями, может легко их применить не только на предмете, но и в жизни. Современный урок для учителя – это урок, так скажем, серьезной подготовки. Современная школа, конечно, отличается от прежней школы. Но, с другой стороны, ребенок всегда остается ребенком. Очень хорошо, что дети любознательны, очень хорошо, что дети проявляют интерес к любому предмету, к любому какому-то, не знаю, событию. Мы сейчас вот работаем с детьми как соучастники образовательного процесса, я бы сказала.